Друзья, всем привет! Появились хорошие новости для владельцев телефонов Samsung Galaxy S7 и S7 Edge. Компания Samsung официально выпустила Android 7. Правда, бета-версия, но это сути не меняет, черт возьми, ведь это Android 7. Устанавливаем точно так же, как и любую официальную прошивку через программу Odin. Для тех, кто не знает, как пользоваться этой программой, появится сейчас ссылочка наверху. Нажимаете туда, смотрите видео и после этого устанавливаете. Ссылки будут под видео, чтобы скачать прошивки. Появилась куча изменений, много чего интересного. Так что берите телефоны в руки и устанавливайте Андрюша 7. Хочу отметить то, что поскольку это официальная версия, то при установке этой прошивки у вас Knox не тикнет, то есть гарантия ваша не слетит. И Samsung Pay будет работать. То есть никаких проблем у вас не должно возникнуть. Ну все, друзья, устанавливайте, тестируйте, проверяйте, пишите свои мнения в комментариях обязательно. Понравилось вам или не понравилось, может вы уже разочаровались, ожидали чего-то большего. Все, пишите, проверяйте, устанавливайте. Всем спасибо за просмотр, пока.